Пока новое дорожное полотно на улице Ленинской – это чистый холст. Но дорожные рабочие художники уже делают последние приготовления, чтобы наносить здесь свежую разметку. Для этого сначала делают предварительную разметку, чтобы ровно разделить пополам проезжую часть. За математическую точность работы отвечает мастер. У него на подхвате бортовой компьютер разметочной машины, в которой уже разогревается материал для нанесения до температуры 210 градусов. После того, как все подготовительные работы завершены, машина ровным 5-миллиметровым слоем рисует сплошную линию. Перед выполнением работ обязательно нужно и просушить покрытие. Разметку наносят специальным термопластиком, который сверху покрывают стеклянными шариками для светоотражения. Такой состав лучше, чем краска, переносит перепад температур, сложные погодные условия и контакт с автомобильными шинами. Гарантия на разметку – 1 год. Краска сама собой, она и стирается быстро. То есть за счет трения колеса с асфальтом она стираемость. А у термопластика более прочный и, соответственно, гарантийный срок службы у него больше. Нанесение краевой и осевой разделительной разметки, а также пешеходных зебр на Ленинской – часть комплексного ремонта улицы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году ее приводят в порядок на участке протяженностью 300 метров от Полевой до Чкалова. Здесь уже заменили дорожное покрытие, уложили плитку на большей части тротуаров, отремонтировали инженерные коммуникации, обновили имеющиеся парковочные карманы и сделали дополнительные на 25 машин. На переходах установили пандусы и тактильную плитку, обустроили островок безопасности, заканчивают приводить в порядок газоны. На каждом этапе все работы контролируют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Работы в этом году должны были завершиться до 31 октября, но подрядная организация выполняет работы без потери качества, но с опережением. То есть работы планируется завершить уже где-то к концу августа, к началу сентября. Сейчас участок готов более чем на 85%. Осталось доделать тротуары, установить несколько светофоров и дорожных знаков и закончить нанесение разметки. А в следующем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновление улицы продолжится. От Чкалова до дома номер 1 по Ленинской. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.